Эх, ну что ж такое, ну как ты меня могли закрыть? Ну тут же была дверь, ну как тут мог оказаться бедрок? Эй, откройте, кто-то, слышите? Вот, ты смотришь на меня, слышишь? Я тебе выйду отсюда, покажу. Ай, капец, как я тут мог оказаться? Зачем я вообще сюда пошел? Надо было не слушать этого админа дурацкого. Сидеть себе спокойно дома, снести тут долбаную ледяную кузницу и просто не совать нос куда ни... Так, ну хоть, ну должен же, ну какой-то тут должен быть выход. Ну эти люки, ну открыть, как я туда доберусь? Там вон еще куча люковые, непонятно что вообще там такое нету, да. Точно не вариант, лезть надо, или тут как-то дверь открыть, или что. Тут все запривачено, не ломается, ничего вообще. Просто ужас, что делать? Еще и бедро, как может быть бедро, я не понимаю. Эх, то надо, наверное, искать какие-то тайные, может, двери, тут что-то есть, может, в ящиках, я не знаю, в компьютере, может, какой-то ключ или еще что-то. Ай, блин, не знаю, ну хоть что-то, тут есть какая-то подсказка или как-то выйти, может, в стуле что-то есть. Да, стоп, подождите, это в ящике было? Ребята, блин, это ключ, подождите, ключ в ящике? Не понял, тогда я тебе протру глаза. Реально ключ, а ну давайте попробуем его вставить в эту дверь и открыть. Офигеть! Он от этой двери, дорогие друзья, подписчики, зрители и просто проходящие люди. Вы находитесь на канале LG Pro и добро пожаловать на мое новенькое видео. В предыдущей серии меня заперли в этой комнате, бедроково застроили дверь, и я думал, отсюда никогда не выберусь, как тут вдруг... Нашел ключ от этой непонятной двери, которая была заграждена вот этими вот знаками. И я лично не знаю, идти мне вообще туда или нет. И что там вообще может происходить? Ё-моё, ребята, мне, если честно, очень даже стрёмно, друзья. Я не знаю, идти мне туда или нет. Красные факела, вот как я в прошлой серии говорил, что по такому свету явно видно, что тут красные факела. Ну давайте тихонько глянем и... Черт, длинный коридор, какой длинный коридор, еще и туман, как я этого не люблю. Надо собраться духом, надо собраться духом и, наверное, идти туда, как-никак других выходов у меня нету. Давайте не будем сильно быстро идти, а вот так вот медленно будем потихоньку идти, будем рассматривать тут руда и все в этом чертовом бедроке. Так, тихо, там походу стена, туда все-таки не такой уж прямо... Длины, никого сзади меня нету. Так. Тихо. Фух, блин. Возле этого бедрока всегда, когда внизу всего мира Майнкрафт, всегда так тяжело становится дышать. Вообще такое нехорошее место. Так, тихо. Тут еще один поворот, ребята. Тише. Опять дверь. И жители, стоп, что? Подождите, мне не показалось, дайте я протру глаза. Так. Да, ребята, там явно жители. Жители, вы меня слышите? Нет, походу, за дверью они меня не слышат. Жители, никого хоть сзади у меня нету. Так, тихо. Там жители, но ключа у меня от этой двери нету, и она заперта. Как мне туда попасть? Там вот какое-то помещение, и за решеткой сидят жители. Я так понимаю, они оттуда выбраться не могут. Блин, не знаю, может как-то попробовать сломать эту дверь, что ли? Давай, ломайся, дурацкая. Да, ребята, она походу, ну, ломается, она походу не запривачена. Фух, сломалась. Жители, что вы тут делаете? Как вы тут оказались? Не трогайте нас. Житель, я вас не собираюсь трогать. Я хороший, добрый человек. Что тут случилось? Расскажите мне все, что вообще происходит здесь? Ты точно нас не будешь трогать? Как там тебе верить? Да я сам попался в ловушку, меня закрыли в комнате той непонятной сервера, ну или что это такое. Я нашел какой-то ключ и пробрался к вам, жители, поверьте мне. Ты, ну ладно, не знаю, верить тебе или нет, но у нас других шансов нет, поверим тебе. Нас поймали какие-то люди в масках, какие-то бандиты, и мы не знаем, что нам делать. То есть они вас поймали, и вы не можете отсюда выбраться? Да, я как вижу, тут реально все запривачено, вот начинаю ломать, но оно больше не хочет ломаться, просто кирка соскачивает. А дверь, ребята, тут тоже ничего не ломается, да, ничего совершенно не хочет ломаться. Да, мы пытались выбраться, но ничего не получается. Жители, я вижу, что вы не с нашей деревни, а вообще, кто вы такие?
Мы, жители шахтеры, копали шахту, как вдруг нашли какую-то непонятную шахту, в которой было много похилов, и все было закрыто. Да, житель, я тоже попал в эту шахту, и что было дальше? Затем мы спустились по какому-то люку вниз и нашли, как бурмашина ломает бедрок. Так все-таки эта бурмашина, она и ломает бедрок. Видите, ребята, кажется, мы с вами были правы. И нас потом быстро поймали какие-то люди в масках и засадили в эту клетку, и мы не знаем, что нам делать. Да, жители, очень грустно и очень плохо. И как мне вам помочь отсюда выбраться? Отсюда вот никак не выбраться. Посмотри, может, что-то есть еще в том сундуке, чтобы тебе помочь. Да, жители, вы правы, я хоть и пока что не за решеткой, буду как-то стараться выбраться. И правда, сундук, ребята, я его даже вначале не заметил. Давайте попробуем сломать. Да, жители, эта решетка, кажется, ломается. Давайте сейчас ее сломаем. Да, есть, отлично, она ломается, прекрасно. Давайте глянем, что в этом сундуке. Жители, тут куча каменных блоков. Подождите, кажется, у меня зреет план, И еще один рычаг. Жители, тут еще один есть рычаг. Давайте я сейчас попробую вытащить отсюда. Вот так. Так, давайте вставим. И давай, нажимайся. Давай, что ты так плохо нажимайся. Есть, открылся. Жители, выходите все. Кажется, я вас открыл. Давайте не будем медлить, а быстренько все бегите за мной, жители. Давайте по этому коридору тихо, аккуратно. У меня, кажется, зреет план. Так, тихо, жители, стойте за мной. Так, вроде бы никто у нас на хвостике не сидит. Все, жители, идем. Так, давайте, быстренько по коридорчику. Тихо. Тут лучше на шифте, вот этот поворотик. Мы сейчас в него вот так вот завернем. Тихо. И сюда. Так, вроде бы никого. Камеры те еще пишут. Так. Так. И да, никого. Отлично, жители, заходите все сюда. Илья, мы лучше постоим тут за стенкой, а то там как-то страшно. Ну хорошо, жители, стойте там. А я как тяжело тут дышать под этим бедроком. Ой, простите, ребята, а я пока что быстренько поищу, может, за компьютером есть какая-то информация. Так, видите, ребята, какое это кресло? Не зря я на него сел. Так, давайте попробуем зайти в этот мир Майнкрафта, посмотрим, что тут вообще есть, чтоб тут... Так. Вот, мир... Тихо, не понял, подождите. Мир взрыв. Не понял, а ну давайте сюда зайдем. Так, и что тут у нас? Не понял, ребята... Ребята, это что? Как это? Теория взрыва. Не может быть, друзья. Не может быть. Подождите. Заблокировали, друзья. Так, мне кажется, тут в этом ничего хорошего нету. Так. Давайте, надо быстро отсюда выбираться. Чёртовы камеры эти смотрят. Так, давайте я быстро ломаю от люки. Жители, все лезем за мной. Давайте строимся. Жители там за мной ломают блоки и тоже строятся, ребята. Так, надо ломать эти люки и отсюда выбираться. Не зря я нашел блоки. Строимся. Вот так. Что там еще у нас? Не видно ничего. Или еще один люк, или что там? Жители, ну как вы там? Мы поднимаемся, мы уже прям под тобой. Копайся выше. Хорошо, жители, я уже копаюсь. Не надо медлить, надо действовать. Ух, сколько тут еще копаться, я уже не могу. Стоп, земля, люк, ребята, походу я выбрался. Жители, вы тут? Да, Илья, мы уже подкопались почти. Хорошо, жители, так, давайте, чуть-чуть осталось, так, все, люк, надо его открыть, так, у нас тут уже дождик идет, уже как-никак весна наступает, фактически уже скоро весь снег растает, я целый день пробыл в той пещере, фух, надо же прям стак блоков весь потратил. Жители, выкапывайтесь отсюда. Жители, вроде бы выкопались и ушли, да, снег, ребята, тает, и вон моя деревня, я выкопался прямо возле нее, значит, эта непонятная база находится прямо... возле моей деревушки. Так, ребята, давайте аккуратно глянем. Еще снег с дождем идет. Ну ладно. Мне кажется, я в деревню лучше возвращаться сейчас не буду, а лучше побегу в город жителей. Да, друзья, я побегу в город жителей искать там админа, потому что меня, если я буду по компьютеру еще по какой-то связи звонить, то меня могут просто-напросто прослушать, и мне этого совершенно не хочется, и также поймать, потому что камеры уже мое лицо явно зафиксировали, и мне от этого становится очень-очень стрёмно. У админа, я думаю, будет небезопаснее, так что лучше я побегу к админу, чтобы он меня, ребята, выручал. Так что в следующем видео, наверное, мы с вами встретимся уже в городе жителей.
Что на этом, друзья, вам скажу спасибо за просмотр, спасибо за то, что смотрите уже какой-то, наверное, сериал даже получается. Это была третья серия этой истории. Фух, спасибо вам, ребята, поддержите, пожалуйста, меня лайком, подпиской, если вы еще не подписаны, потому что что-то в мире Майнкрафт творится неладное, что-то творится неладное. Ну, друзья, я побежал, и всем пока-пока.